тут, по-моему, двойка. Да. Вот он находится, помпа топливная. Если она в принципе работает. Если она работать не будет, то машина заводиться не будет. Просто единственное, что у них в этих помпах проблема. Солярка льется. Именно вот, сейчас покажу на новом. Вот с этих мест, вот где прикручивается, оттуда льется солярка все время. Вот такая проблема. Сейчас я вам покажу, как его поменять. Его надо снимать, потому что он будет мешать, чтобы этот шланг вытянуть и все остальное. Снять надо вот это. Под ним здесь находятся болты такие на 10. Не, по-моему, звездочки. Да, звездочка. Сейчас надо его просто его отсуньте. Этот шланг и этот шланг отсоединить. Сейчас это стоит. Чтобы это отсоединить, надо плоскобусом или кожух этот два болта открутить. Раз, два. И внизу третий есть. А, их два. Четыре их вообще. Открутите все. Ну, я сейчас попробую так. Короче, хомут сломал. Не получилось. Придется сейчас откручивать. Три болта этих. Я говорю, смотрите, я думаю, аж мягкий отцелят чисто. Да, вот сюда кстати солярки можно вылить, пускай будет там, потом тряпкой уберете и все. Так, сейчас моя задача
отпустить этот хомут. Вот этот. Вытяну. И очень важно, конечно, здесь, что еще это, чтобы вы ему бошку не перекрутили, когда вот здесь закручивали. Это важно. Сейчас я провода перекину на новый и буду устанавливать. Тут нарисовано плюс и тут минус. Провода не перепутайте, здесь на 7, тут на 8 гайка. И также эти мамки, бля, тоже. Тут маленький, видите, под этот. Тут больше будет, толще. Все, мы сняли. Сейчас мы его все зачистим здесь и устанавливать начнем. Все такое, видите, мягкая солярка стала. Сейчас почищу все. Взяли новый. Вот. Перепутать вы не перепутаете. Тут тонкий, тут широкий. Шайма. Все. Мы сейчас его зажмем. Только мы зажмем очень-очень нежненько. Понимаете? Чтобы не сорвать бошку ему. Кстати, у многих такое, я заметил, фигня происходит, что отсюда именно начинает капать. Сейчас затяну. Очень нежно закрутил. Чуть-чуть. Все. Со всей силы не надо. Вообще, надо грамм 50. Потому что тут с пластиком она идет, она не открутится. И чуть-чуть больше сделается, и все, и хана ему. Также второй закрутим сейчас. Этот насос купил я за 75 фунтов, по-моему. Или за 70, где-то вот так. Чуть-чуть, все. Много не надо, ребят. Чтоб два раза деньги не выбрасывать. Вообще, честно говоря, я бы другой поставил. Если моя машина была бы, я бы вообще дешево взял бы насос, поставил бы, да и все. Вот тут Bosch, все как полагается. Ладно, сейчас корпус сложу, все. Мы это одеваем сюда. Сейчас ставим эту сторону, также закручиваем. Сейчас это одеваем, короче. Так, потом мы его затянем. Все, мы его затянули. Прекрасно. Сейчас мы собираем весь корпус. Так, сейчас сборку я делаю его. Сейчас я здесь затяну, там затяну и все. Ребят, я эту работу уже заканчиваю, но
Надо бы мне сразу проверить, что в кожух это пока не одевать. Хотя это недолго. Так. Сейчас. Я думаю, будет работать. Так, здесь был у нас вот такой звездочка. Сейчас заведу, проверим. Прежде чем заводить, надо раз, раз 5 замков зажигания включать, чтобы насос немножко прокачал, потому что система воздух. Ну, это двигатель такой, что заведется без проблем, конечно. Но все равно. Несколько раз тебе надо. Да, я понял. Исчезнуть потом табло потом. Там воздух взял, включил от самого. Давай. Да. Ничего не капает. А сколько мы заплатили? 70 фунтов? А? А сколько? 70? Да. 70. У дилера сколько стоило? 250. У дилера 250, но он с этим кожухом все вместе. Все вместе. Все, ребят, я вам показал, как поменять. Помпу топливную. Все, всем пока. У кого кеокос, там чуть комментарий. Ставьте лайки, бай-бай, удачи.